Друзья, всем привет! Сегодня будет очень жесткое видео. Обязательно досмотрите его до конца. Узнаете такую информацию, что вас просто шокирует. Мы начали проверять брокеров, начали тестировать брокеров. И столько всплыло дерьма, что я просто не знаю, я не мог об этом молчать. Я до последнего не хотел снимать это видео, потому что это видео может навредить моей репутации. На меня начнут снимать всякие разоблачения после этого видео. Но я считаю, я поступил по совести. Короче, сейчас будем тестировать брокера Pocket Option. Я пополнил счет на 1500 долларов. И по ходу дела сейчас вам все буду рассказывать. Так, видите, я уже заключил сделку на 500 баксов. Это моя сделка. Вверху, видите, да, на 500 баксов сделочка. Видео стоит на паузе. Ну что, я запускаю, погнали. Так. Подписчики начали тестировать этого брокера, если можно назвать этого брокера брокером. Так, цена идет еще выше. И я заключаю сделку на 1000 долларов. Да, возможно, я тупо поступаю. Короче, поступил слух, что этот брокер закрывает тех ребят, которые заходят на крупные суммы. Если вы вот зашли, к примеру, на 1000 вниз, а кто-то зашел на 30 долларов вверх, брокеру проще вас закрыть. Смотрите, последнюю секунду все сделки закрываются в минус, и я теряю 1500 рублей. Брокеру лучше закрыть вас, а человек, который поставил 30 баксов, лучше ему отдать эти деньги. Я еще раз пополняю счет на 1100 долларов. В этот раз я понял, что я очень жестко торговал, и начинаю заключать сделочки вот по 20 баксов на понижение. Первые два сигнала у меня, короче, в минус. Я до последнего не верил в эту всю херню. Ну, первые два минуса, обычные два сигнала, да, с кем не бывает. Я словил два минуса, я просто неудачник, все нормально. Заключил вот третий, четвертый сигнал. Так, вроде бы все отлично, но смотрите, что происходит. Последнюю секунду, опять же, на пару пунктов, меня закрывают в минус. Третий и четвертый сигнал тоже у меня в минус. Ничего страшного. 4 минуса. Это нормальная картина, со всеми бывает. Идем дальше, и я решаю заключить еще пару сделочек на понижение. Это у нас уже пятый сигнал. Ну, видите картину, да, здесь мы заходим с людьми. По поводу котировок. Котировки у Pocket Option свои. Это не настоящие котировки. То есть они сами контролируют эти котировки. И вот в последний момент опять минус. Ну, пятый минус. Тоже все возможно. Это рынок. Я просто не умею торговать. Я просто первый раз вот сталкиваюсь с бинарными опционами. Какие-то награды вот мне дают. Ну, здесь я решаю зайти на повышение. Еще раз, это просто тест. Просто был тест. Вот, зашел в шестой и седьмой сигнал в разных точках. Ну, здесь какая-то сделка должна зайти, по идее. То есть просто я даже начал уже здесь по теории вероятности смотреть. Ну, неужели опять будет минус? Шестой, седьмой сигнал. Смотрим. Вроде бы нижняя точка у нас хорошая, здесь будет плюс. Но нет, смотрите, последнюю секунду опять минус. Шестой и седьмой сигнал сорвался. Но смотрите, здесь цена пошла вверх.
На Олимпе я проверял, я сравнивал котировки, таких котировок нет. Вот, отличная точка. Я по логике захожу на понижение. Еще там зашел, да, на сколько? На 100 с лишним долларов. Вот, вроде бы это нормальный сигнал. Восьмой сигнал. Это у нас уже восьмой сигнал. 7 сигналов у меня уже в минус. Сколько там сделок было в минус, я не знаю. Короче, у меня в общей сложности получилось 50 сделок в минус. Плюс-минус 50 сделок в минус. Все сделки в минус. Ни одного плюса. И вот, смотрите. Последнюю секунду вроде бы четко все, но нет. Меня опять же закрывают в пару пунктов. И восьмой сигнал у нас в минус. Я до сих пор в это все не верю, то, что происходит. Я думаю, это мне просто не везет, я просто не умею торговать. Просто вот не повезло, вот знаете, у меня за всю жизнь не было столько минусов, а вот здесь просто мне не повезло. Итак, я захожу в девятый сигнал. И вот здесь я решил зайти еще в десятый сигнал. Все, зашел в два сигнала. Так, вроде бы все шикарно. Девятый сигнал. Сделочки на повышение у меня зайдут. Но смотрите, в последнюю секунду опять в пару пунктов. Ну, здесь уже не в пару пунктов, меня закрывают. Девятый сигнал сорвался. Так, остался еще у меня десятый сигнал. Он точно зайдет у меня. 9 сигналов в минус. То есть котировки контролирует брокер. Опять же, это просто я так думаю. Это мне просто показалось. Так. Я начал уже все проверять, параллельно начал торговать на Олимпе, на этой же валютной паре, там вообще другая ситуация. Вот здесь австралиец, новозеландский доллар, и там австралиец, новозеландский доллар, в это же время совсем разные котировки. И в последнюю секунду десятый сигнал у меня заходит в минус. Ну это просто я неудачник, я лох, я не умею торговать, ребят. Так, что я делаю? А я еще раз пополняю счет. Еще раз пополняю счет на 500 баксов. А, нет, пока я вам показываю сделочки. Все сделки в минус. Ни одной сделки в плюс. Ни одной. С 10 сигналов все сделки в минус, ребята. Пополнил я счет еще раз на 500 баксов. Здесь я уже зашел на повышение, я уже не знаю, как заходить, я просто захожу, знаете, уже против рынка. Так, обрезаю, против людей, ну здесь минус. 11 сигнал у меня заходит в минус. Вот здесь хорошая точка, я захожу в 12 сигнал. Вот, отличная ситуация, смотрите, все четко, здесь будет плюс, наверное. Так, остается несколько секунд, и неужели в последний момент на пару пунктов меня закрывают в минус. 12 сигнал у меня зашел в минус. 50 сделок в минус. Я думал, что у меня уже поехала крыша, я зашел на Олимпе, также начал торговать на этой же валютной паре. И здесь, как ни странно, все нормально у меня. Здесь у меня все сделки в плюс, я не сошел с ума. Вот такая вот ситуация. Я еще там пару сделочек заключил и поставил деньги на вывод. Все, меня уже просто не хватило на эту торговлю. Вот, написали мне, что выведут в течение 3 дней. 3 дней не прошло еще. Прошло 2 дня. Деньги, видите, сразу списывают. Я не знаю, выведут ли мне деньги или не выведут. Это уже, ребята, не важно. Вы все увидели сами.
Так что давайте сейчас подведем итоги. Вот сейчас смотрите меня внимательно, не перематывайте. Смотрите, я прекрасно осознаю, на что я иду, записывая это видео. И я просто скажу, что я торговал, когда был пьян, что я не умею торговать, я торговал под наркотиками. Все, что я здесь говорю, может быть неправдой, это все вранье, так что мне не верьте. Я эти слова обязан сказать, и умные люди поймут, зачем я это все говорю. Я не хочу переходить дорогу другим трейдерам. Но знаете, какое желание у меня возникло? Вообще бросить это все нахрен. Потому что эта тема настолько погрязла во лжи, во вранье каком-то. Я думал, эта тема отбеляется, но все намного хуже. Смотрите, если вы говорили, что Олимп хреновый, да, что Олимп закрывает в один пункт, так вот по сравнению с Олимпом, Pocket Option — это вообще какой-то дьявол настоящий. За всю жизнь у меня никогда не было 12 минусов подряд. За всю жизнь. У меня никогда не было за всю жизнь 50 сделок в минус. Я не знаю, или это правда, или неправда. Может, реально мне не повезло. Может, реально, да, я такой лох, что вот именно вот попал в такую ситуацию и все деньги слил, все деньги. Вы представляете, даже хотя бы одну сделочку дали бы мне там в плюс. Нет, даже одной сделочки мне не дали. 50 сделок в минус. Вот такая вот ситуация. Смотрите, еще такой момент. Даже если кто-то все равно думает, что это я просто лох, что мне реально не повезло, но это супер невезение. Смотрите, даже по теории вероятности это невозможно. Зайдите сейчас на брокер, на любой брокер, и попробуйте сделать 12 минусов в ряд, 12 сигналов в ряд. Попробуйте, чтобы у вас было 50 сделок в ряд в минус. Это невозможно. Вы будете месяцами пробовать сделать 50 сделок в ряд, у вас не получится. Какая-то сделочка у вас все равно зайдет в плюс. Это невозможно. Даже если вы будете заключать сделку одну вверх, одну вниз, одну вверх, одну вниз, протестируйте. У вас будет 50 на 50. Вот возьмите 100 сделок сделайте, и у вас будет 50 в плюс, 50 в минус. Ну, приблизительно, или там 46 в плюс, 54 в минус. Или там 60 в плюс, 40 в минус. Неважно. Но невозможно сделать 50 минусов в ряд. В ряд, понимаете? Даже если вы будете торговать по тренду. Вот вы идете по тренду, идет восходящий тренд, а вы вниз валите. Идет тренд вверх, а вы вниз-вниз. Все равно какая-то сделочка у вас зайдет, потому что будет коррекция. Тренд не идет сплошной линией. Будет коррекция, и какие-то пару сделок у вас все равно зайдут в плюс. Невозможно сделать 50 сделок в минус. Невозможно, как бы вы ни старались. Это все равно, что вы возьмете монетку. Вот, у меня 12 сигналов в минус. 12 сигналов в минус. Это все равно, что вы возьмете монетку и попробуете 10 орлов выкинуть. Или 12 орлов подряд. Невозможно выкинуть. Тренируйтесь год, тренируйтесь 10 лет. Вы никогда монеткой 10 подряд орлов или 10 решек не выкинете. Никогда. Но здесь, смотрите, какой я чемпион. Я с первой попытки словил 12 минусов. Еще раз говорю, я очень много лет уже торгую, и такого со мной не было даже в самые худшие дни. Не было такого. Я не помню, когда я последний раз сливал счет, сливал депозит. Но здесь я все сделал с первого раза. Итак, я все-таки решил сверить котировки. Я реально решил разобраться. У Олимпа нормальные котировки. То есть они такие, как на TradingView. Давайте посмотрим. Вот, например, 21.54, 22.00. Переходим на TradingView. 21.54, видите, 15 марта, 22.00. Вот, две свечи. 22.12, 22.13. Вот эти же две свечи, 22.12, 22.13. То есть котировки совпадают. Что же у нас на нашем Pocket Option? Ребята, я решил проверить вот этот сигнал на 1000 долларов. Вот я заключаю сделочку в 1000 баксов. Вот она, видите, да? Заключил я сделочку на косарь. 22.04.24.
австралиец – новозеландский доллар. 22.04.24. Запомнили, да? И закрылась эта сделка у нас в 22, вот здесь, 0.5. 22.04.24. Переходим на Олимп. Итак, смотрим. 22.04 и 24. Вот здесь я бы заключил эту сделку. Вот здесь. И в 22.05. Смотрите. Смотрите, у нас сделка бы закрылась в плюс. Ребята, не было повышения. 22.05, смотрите, сделка у нас закрылась бы в плюс. Что у нас на покете? Мотаем, 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 мотаем. И смотрите, в последнюю секунду вот такого быть не должно. Вот, смотрите, 22. Вот, 0.5. Сделка закрылась на том же уровне, даже выше. Мне даже возврат не дали. Вот как я слил косарь, вот как меня слили они. Еще раз, смотрите. Вот здесь бы я открыл эту сделку, вот здесь. И вот здесь она бы закрылась, то есть был бы плюс. Сделка на косарь бакса у меня бы зашла. Идем дальше. Так, смотрите, я заключаю сделку... Ну вот, давайте наверху в 22.31.30. И закроется у меня она в 22.32. Вот здесь. Вот здесь. Вот как она у меня закроется. Последнюю секунду опять закрывают в минус. 22.31. Переходим на Олимп. Итак, вот, смотрите. 22. Вот, 31. Я открываю сделку. И в 22 идем, 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 идем. 32. Вот, смотрите. Опять сделка закрылась бы в плюс. Не было вот этого вот повышения. Смотрите, 32 сделка бы закрылась в плюс. В 32.01, в 32.02 и в 32.03 даже бы сделка закрылась в плюс. Что у нас на покете? А на покете, вот смотрите, в 22.32, вот, сделочка закрывается в минус. Вот. Вот этого движения не должно было быть. Опять же, меня здесь слили. И я вам, ребята, хочу показать еще один очень интересный момент. У меня насчет него возникло подозрение. Смотрите. Вот здесь мы дружно заходим все толпой. Вот, трейдеры из России заходят по десяточке наверх. То есть все заходят здесь наверх, запоминаем время, 22.35. Смотрите, 22.35. Опять же. И 23 миллисекунды. И здесь я залетаю с ними вместе, вот, на повышение. В 22.36 сделка закроется. Вот, все четко. Смотрите, как нас здесь закрывают. Все идет шикарно. Смотрим. Остается пару секунд и закроют вот всех этих ребят. Смотрите, вот, смотрите, что делается. Что творится. Цена уходит вниз и закроет вот этих трейдеров с России. Смотрите. На ноль, по нулям у ребят. То есть закрыли всех, запомнили, да, 22.36. Переходим на Олимп. 22.36, смотрите, ребята, здесь вообще нету этой просадки, здесь ее нету и не должно быть. Мы открылись вот здесь. Вот здесь ребята зашли из России, вот здесь, вот здесь. Ну, допустим, вот здесь, да, да неважно где. Смотрите, 100% плюс, 22.36, смотрите, вот, плюс, все. А что сделал Pocket Option? Что сделал Pocket Option?
в 22:36 он нарисовал вот такую вот картину. Вот сюда он опустился, позакрывал ребят вот здесь, вот все, кто были на этом уровне, он их нахрен закрыл и потом вернулся назад. Да, давайте еще раз посмотрим. Вот он опустился, смотрите, закрыл, и что дальше? А все, дальше он возвращается назад, и дальше все шикарно. Не должно быть этого движения, смотрите, у всех нули, вот, у человека с Польши, с России, у всех нули, и у меня нули. И, конечно, ребята, этот брокер будет вам давать 98% на сделку, потому что он тупо сливает. Я, честно говоря, в шоке. Я не думал, что вот такое может произойти. Что так в наглую. И причем они показывают сделки ребят, вот показали сделки русских ребят. И видно, как их в наглую закрывают. Хотя бы вот не было этого коллективного трейдинга, я бы не видел, как сливают людей. А так я уже понаблюдал, я вот сегодня посидел, уже сколько там, 2 дня прошло. Посидел, я понаблюдал, как закрывают людей, которые заключают сделки там на 100, на $200. Цена опускается, закрывает и идет вверх себе. Вот такая вот, ребята, ситуация. Но, ребята, смотрите, направление у них одинаковое. Понятное дело, что цена идет в определенном диапазоне. Котировки у Pocket отличаются здесь на 200 пунктов, на 300. Вот, допустим, это нормальные котировки. Вот, да, они идут в этом диапазоне. А у Pocket вот, вот такие могут быть, вот свои котировки. Вот здесь вроде бы все нормально. А потом ему захочется, он сделает вот так вот, вот так вот. Дальше вернется вот в нормальные котировки. Пойдет себе вот так вот, как нужно. Вот здесь он может вот так вот сделать, кого-то закрыть. Потом вот так вот. Но движение будет похожим, понимаете? Вот здесь он, да, вот, закрыл нас. И вернулся себе назад, себе идет. Вот здесь еще кого-то закрыл. Ну, как-то так. То есть, да, движение будет похожим. Понимаете, да? Так что здесь и проследить ничего невозможно. Понимаете, да? Вот такая вот картина. Теперь давайте посмотрим на ситуацию в прямом эфире. Смотрите, у нас канадец, японский иен, канадец, японский иен. Время 17.12, 17.12. Смотрите. Где здесь у нас потенциальная жертва? Вот этот человек с Украины, который зашел на $44. Так, вот у нас просадка, вот у нас просадка. Вот этот пик, вот этот пик. То есть, видите, графики похожи. Но здесь, видите, как ходит цена? Так, вот человек здесь зашел, он бы зашел вот здесь. Погнали. Так, смотрите. Все четко, да? У Олимпа цена пошла вверх. И здесь цена пошла вверх. Все нормально. Но, видите, здесь цена может опускаться и закрывать этих людей. Все, смотрите, у Олимпа цена не будет идти уже вниз. Смотрите, 13.00, время закрытия. Смотрите, где остановилась цена. Все, смотрите, здесь у Олимпа цена пошла вверх. Все, 13.00, время закрытия, 17.13. Смотрите, где цена остановилась. На пару пунктов ниже. И все, и у этого человека минус. Здесь уже цена пошла вверх, она не опускалась ниже. Вот, вот уровень. Человек был бы в плюсе. Так, вот, все, слили и пошли дальше, выше, все. Вот так вот здесь движется цена, видите? И все, дальше она пошла вверх, вниз, то есть все, дальше все нормально. Сейчас приготовьтесь, я вам покажу вишенку на торте. Здесь у нас валютная пара британец-австралийский доллар, британец-австралийский доллар. 17.47. Смотрите, 17.47. Вот.
Восходящее движение. Все, ребята, четко. Вот пик, вот пик. То есть здесь графики похожи. Смотрите, здесь есть сделки, которые нам не показаны. Если человек убрал вот социальную торговлю, его сделки не будут отображаться. Сейчас посмотрите прикол. Как жестко закрывает покет. Здесь пока видите, все шикарно, все нормально. До закрытия у нас остается 15 секунд. Смотрите, резкое движение у Олимпа. Здесь тоже сейчас будет резкое движение. Вот вам, кстати, лайфхак. Но рано не радуйтесь. У Олимпа цена ходит быстрее. И вы сразу же себе подумали, да, вот я тоже сейчас включу рядом график Олимпа и буду кидать этот Pocket Option. Но не тут-то было, ребята. Если вы вот здесь сейчас нажмете на повышение, у вас сделка откроется тоже вот здесь вот вверху. Здесь есть задержка. Это специально для этого сделано, так что здесь не дураки сидят. Но вы можете попробовать. Видите, я специально выбираю валютную пару. Там, где очень большой процент. 96%. Вы вдумайтесь только, 96%. Так что Pocket Option, не обижайтесь на меня, я вам только что сделал рекламу. Сейчас все трейдеры пойдут к вам, будут пробовать вот эту вот фишку с двумя графиками. Итак, идем дальше. Вот, вот, все нормально, видите, да? Похожи графики? Конечно же, похожи, все четко. Так. Вот маленький откатик, и здесь сейчас будет маленький откатик. Вот он, видите, все нормально, но смотрите, что происходит дальше. Похожи графики? Похожи. А теперь смотрите, что делает покер. Остается 2, мать его, секунды. 2 секунды до закрытия сделки. Вот здесь, где-то вот здесь. Там, где вот человек из России зашел на 3 бакса. Зашел, наверное, какой-то крупный игрок. Я не знаю, насколько он зашел, может на баксов 500 или на 1000. И смотрите, что делает Pocket. А вот что он делает. В последнюю прям секундочку закроет вот этого человека, у которого 3 доллара. Вот, смотрите, именно ниже на пару пунктов закрылась сделочка. Смотрите, здесь нет такой ситуации. Итак, у нас результаты. Вот, 0. Все, слили. И что? Мы видим дальше, цена возвращается. Все, все, вот, нормальная ситуация. Видите, нет здесь такой просадки, нет. Вот так вот Pocket себе забрал денежки. И все дальше нормально, смотрите, похоже. Графики похожи, все классно. И здесь все нормально, да? Вот, просадка, просадка, все классно. Но вот этой просадки здесь не было. Видите, да? И вот, закрыли человека, какого-то крупного игрока. Вот, видите, как здесь ходит цена. Вот, все нормально, вроде бы, да, все классно. Вы сами можете сравнить, но вот есть вот такие вот моменты. Так они и меня слили. Короче, ребята, я, возможно, и где-то допустил ошибку, да? Может, я что-то не доглядел. Если я допустил ошибку в этом видео, пишите, смотрите внимательно. Я это видео удалю, конечно же, и извинюсь. Но это мое мнение. Я высказал мое мнение. Я не мог терпеть. Я уже третий день, блин, работаю над этим видео, потому что я считаю, что люди должны знать правду. Если не я, то кто? Так что я считаю, опять же говорю, что поступаю по совести. Еще одна очень важная вещь. Вам не кажется, что все в один момент как-то быстро перешли на Pocket? Все начинают о нем говорить. Вам не кажется это подозрительным? Ребята, вы говорите, там хороший процент, там огромный процент, 98%. Вам не кажется это подозрительным? Мои подписчики писали в комментариях, что-то здесь нечисто, слишком большой процент. Ну не может быть такой большой процент. Если брокер может позволить давать вам
такой большой процент, значит, он откуда-то дополнительно выкачивает деньги каким-то нечестным путем. Поэтому он может себе позволить такой процент. Но вы не думайте, что это халява. Вот вы думаете, вот там огромный процент, пойдем все туда. Всегда включайте голову, такого не бывает. Если такой большой процент, значит, что-то там нечисто, значит, есть какие-то косяки. Значит, брокер что-то мутит, потому что это очень много, 98%. Всегда включайте, ребята, голову, я учу вас думать. Не доверяйте слепо всем подряд. Вот все рынулись на Pocket, самый лучший брокер, такой красивый, все там так классно, все на почту приходит, какие-то они дают награды тебе. Да это какой-то детский сад. Всегда смотрите в оба, пожалуйста. Когда я выпустил прошлое видео, когда сказал, что вот Олимп закрывается, и мы будем искать брокера. Эти все брокеры начали мне писать, новые брокеры начали мне писать, и я сейчас не хочу никому переходить дорогу. Ни одному брокеру, потому что все это пусть остается на их совести. Мое дело вас просто, ребята, предупредить. Конкретно я сейчас не буду говорить. Я не буду показывать переписки. Я не буду сливать переписки менеджеров, которые мне писали вот на почту, что они мне предлагали. Там они мне такое предлагали. Это просто жопа. Ну, во-первых, они мне предлагали лучшие условия. На Олимпе я получаю 60% депозита, там они мне предлагали по 70-80%. Они мне предлагали счет. Они мне могут нарисовать любой счет. Там на счету будет 1 100 тысяч долларов, и я буду себе безопасно торговать. Ну, счет – это полбеды, да? Один из брокеров, я не буду говорить какой, предложил мне счет с повышенным процентом прибыльных сделок. Это, ребята, пиздец просто. Это было последней каплей. И я решил записать это видео. Счет с повышенным процентом прибыльных сделок. То есть мало того, что у меня какой-то там липовый счет, что я торгую себе как захочу, не теряю никаких денег, у меня там миллионы, у меня, наверное, большинство сделок будет заходить в плюс, ну, с повышенным процентом прибыльных сделок. Я до последнего не понимал, как это возможно. Другие же люди тоже торгуют. Но я не стал в этом разбираться. Да уже и нету смысла в этом разбираться. Я просто хочу вас предупредить. То есть, на примере вот Pocket'а можно понять, да, что все возможно. Сейчас все возможно. Сейчас можно так все подстроить. И, возможно, трейдеры, которые торгуют на разных брокерах, даже не догадываются, что им подкручивают. Они даже могут этого не знать. Если вот вы меня смотрите, трейдеры, и у вас вот на каком-то брокере, да, почему-то все сделочки начали заходить в плюс. Не кажется вам это подозрительным? Вот такая вот херня, ребята. Я не хочу никому переходить дорогу. Я ничего не имею против других трейдеров. Возможно, они даже не догадываются. Но эта тема настолько погрязла в дерьме. Вот первое, что я хотел, это все нахрен бросить. Я вообще не хотел себя связывать с этими опционами. То есть опционы, все, лохотрон, да? Почему люди думают, что опционы это лохотрон? Конечно же, они будут думать, что это лохотрон. Залил человек деньги, ему полностью его обчистили, вот как меня. 2,5 штуки баксов полностью содрали. Да, я, понятное дело, в этом виноват. Еще раз, если меня смотрит Pocket Option, я лох, я не умею торговать, я торговал пьян, я дебил полнейший, а вы крутые. И я торгую на опционах, опционы это лохотрон, и моя репутация будет падать. Нахрена мне это надо? Нахрена мне вообще связываться, да, с этим дерьмом? Я вообще хотел прекратить всю эту дичь, потому что, ну, это реальная жопа. Настолько сейчас, я не знаю, обнаглели все, просто...
просто обдирают людей. Смотрите, у меня было два пути. Я очень долго думал, выпускать это видео или не выпускать. Я специально не хочу никаких доказательств. Пусть все думают, что это вранье. Это я придумал, это мне приснилось. Я не хочу никому переходить дорогу, поэтому никаких доказательств и скринов я предоставлять не буду. Это специально я так делаю. Я просто хочу, чтобы мои подписчики это знали. У меня было два пути. Или об этом промолчать, потому что если я об этом промолчу, я не навлеку на себя такой жесткий хейт. Вы знаете, сколько после этого видео я понимал, на что я шел? Будут на меня пилить разоблачений. Будут так подстраивать, полностью меня могут, не знаю, смешать с дерьмом. Такое могут обо мне придумать после этого видео. Могут подстроить любую переписку. Создать там ВК с моим именем, написать там Тарас Мартынюк, поставить мою авку и от меня, от моего имени писать какую-то чушь. Что я там, например, владелец там Олимпа, что я всех брокеров создал я. Ну, короче, все что угодно могут придумать. Что это там была моя инициатива, что-то там придумать, что-то сделать, что это все подстроено, что это заказуха, все могут придумать. Будьте бдительны, но если бы я промолчал, это было бы еще хуже. Это не соответствует моей концепции. Моя концепция — это позитив, это выпускать только полезные видео и не участвовать в этом всем дерьме. Но я считаю, я, ребята, поступил по совести, что я вас предупредил. А вы уже думаете, правда это или неправда. Я бы вот с этим жить не смог. И пусть лучше меня хейтят, но я скажу правду. И смотрите, я выпускаю два последних видео. Два последних видео. Это видео и еще одно будет, в котором я приму решение, что мы будем делать. Или мы вообще нахрен уходим с этой темы. Или мы остаемся на Олимпе. Или вообще я хотел создать своего брокера, но на это нужно будет очень много усилий, времени, денег. Не знаю, или я такое потяну. Точно на это понадобится больше года времени. Короче, я приму решение. Я не буду ни с кем общаться, ни на какие там разоблачения отвечать никому. Все, что делают брокеры, пусть остается на их совести. Все, что делают трейдеры, пусть остается на их совести. Я никому не хочу пожелать зла, я никого не хочу учить, я никому не хочу переходить дорогу, я просто хочу предупредить своих подписчиков, и все. Можете на мне хайпить сколько угодно, можете пилить про меня какие хотите видео. Я считаю, что я поступил по совести, и думаю, вы сделаете так же. В конце я хочу сделать важное заявление. Все, что я сказал в этом видео, это сугубо мое личное мнение. И я могу ошибаться, я могу быть неправ. Конкретных брокеров я не обвиняю и ни на кого не намекаю. Больше на этом канале ни одного видео такого характера не будет. Все. Я просто предупредил своих подписчиков и хочу на этом поставить жирную точку. Но, если последуют угрозы и клевета в мою сторону от брокеров, либо от других трейдеров, я солью всю инфу, я покажу все переписки, покажу, как выглядят липовые счета. Я же не дурак, я же подготовился, я же записал уже видео, так что если вы мне там все заблокируете, у меня уже доказательства есть, так что давайте не начинать войну, все, я на этом ставлю жирную точку. По поводу заработка на Pocket Option, хороший брокер. Можно здесь зарабатывать. Кстати, здесь можно зарабатывать против больших сумм. Если вы видите, что кто-то заходит там на $100, на 200, на 500 общим банком, да, много трейдеров заходит, например, все зашли на понижение. Вы заходите на $10, на $5, на повышение, и вам дадут плюс. Это просто я так думаю. Можете это все проверить. Просто мне жаловались на этого брокера те ребята, которые заходили большими суммами. Они говорят, нас закрывают. Я ставлю $100, меня в конце закрывают, мне дают возврат. Мне говорят, что глючит платформа. Только мне жаловались те ребята, которые торговали по 100, по 200 баксов. Вот почему я зашел на такие большие суммы, чтобы специально это все проверить, потому что у меня есть возможность. У меня есть деньги, чтобы это все проверить.
Но я же хочу здесь торговать большими суммами. Я хочу пополнять счета на 10 тысяч, на 20 долларов. И мне здесь не дадут зарабатывать, я так понял. Но так же, как и у Олимпа, и у Покета есть свои косяки. Так что этот брокер можно доить, можно зарабатывать разными методами. Это новый брокер. И вот я уже вам дал подсказку, как с него можно выкачивать с этого брокера деньги. То есть вы не слепо торгуете, вы смотрите на алгоритмы, и вы сможете здесь заработать. Так что всем советую Pocket Option, если вы торгуете маленькими суммами. По доллару, по 2, по 5, все у вас будет отлично. И именно не выводили деньги тем людям, которые ставили на вывод большие суммы. А тем ребятам, у кого там были минимальные депозиты, у них все хорошо, они говорили, деньги выводят быстро, в течение дня, все классно, Тарас, переходи на Pocket Option. Вот такая вот ситуация. Но, опять же, решать вам. Я никого не призываю торговать на каком-то брокере. Вы думайте своей головой. И самый лучший способ узнать, доверять брокеру или не доверять, это проверить все на своем опыте. Я проверил, я для себя вынес решение. Вы также проверяйте. Вы можете послушать 100 мнений, посмотреть 100 видео, но решение принимать вам. Вы должны все проверить на себе. Только так вы убедитесь, правда это или нет. А так вы просто послушали мою очередную болтовню, еще болтовню других трейдеров. Выбор, ребята, за вами. Только вы решаете, где вам зарабатывать и как вам зарабатывать. Еще раз повторюсь, это моя точка зрения. Вы можете мне не верить, это видео может быть неправдой. Но понятное дело, что я в этом дерьме участвовать не хочу. Понятное дело, что на этом брокере я не буду торговать. И на других брокерах я тоже, наверное, не буду торговать. Вот мы сейчас с командой принимаем решение, что нам делать. Пишите в комментариях. Я хочу услышать своих адекватных подписчиков, что нам делать. Вы все хейтили этот Pocket Option. Я до последнего думал, что вот, все перешли на Pocket. Да, я, наверное, перейду. Нормальный брокер, посмотрел, все так красиво, у них и поддержка. Но после того, как они мне написали, и другие брокеры, после того, как они мне начали писать, что они мне могут сделать, какие условия они мне могут создать. Возможно, только мне так написали, возможно, другим трейдерам так не писали, потому что я самый топовый. И если они получат мою аудиторию, а я не могу так подставить людей, вы понимаете? Мне же, понятное дело, лучше, чтобы заработать больше денег, перейти на этот Pocket Option, потому что тут супер условия. На Олимпе я уже получаю все меньше и меньше с той же партнерской программы, потому что трейдеров все меньше и меньше, потому что Олимп закрыт, все. Я потерял половину трейдеров из-за того, что запретили регистрацию. Еще половину, наверное, потеряю из-за того, что нельзя торговать на территории РФ. Но деньги деньгами, а репутация это святое. Так что, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете. Давайте вместе решать эту ситуацию. Ждите последнее видео, завершающее. Я там полностью все расскажу, что мы будем делать, полностью. Расставлю все точки над «и», поговорим о брокерах, о других трейдерах, и все, это будет финальное видео, и дальше я ухожу с этой темы. Ухожу в смысле с этих разбирательств и с этих проверок, оно мне нахрен не надо. У меня свой путь. Мы будем выпускать полезные видео, мы будем обучаться, продолжать и двигаться вперед. Только удача, только успех. Все это дерьмо пусть остается с теми людьми, которые в этом замешаны. И пусть все остается на их совести. Я считаю, я поступил по совести. Так что ждите последнее мое видео. Огромное вам спасибо за поддержку, за понимание. Фильтруйте всю информацию, фильтруйте, потому что очень много вранья, и его уже никак нельзя отличить, никак нельзя отличить. Вы мне тоже можете не верить. Просто вы должны быть вооружены. Просто смотрите в оба, кому вы доверяете. Всем желаю поступать по совести. Пока.